война. Если придут фашисты, я знаю точно, кто будет сдавать евреев и коммунистов. Я точно знаю, кто будет стучать в гестапо и перед каждым фрицем снимать свою поганую шляпу. Бить комсомольцев в пах, тыкать в лицо сигаретой и даже свою престарелую мать отправить трудиться в гетто. Я точно знаю, кто будет пытать нас в застенках без перерыва на обед до дрожи в коленках. Знают врачи, педагоги, сантехники, миллиораторы, крановщики, каскадеры, электрики, ассенизаторы. Знают гражданские, знают военные, от генерала до прапорщика. Лучше иметь дочь проститутку, чем сына эвакуаторщика. Много инсультов за ним, много инфарктов и стрессов. Сосредоточен и нелюдим прихвостень ДПСа. Любит он жизнь отравлять, подлую грея душонку, и каждый его непутёвую мать совокупляет на гонку. Рыщет по улицам он, будто бы царский опричник, и напрочь утрачен покой и сон, и нет никакой жизни личной. Кричали, что он беда, негодяй, и уши отрезать грозили. Знают врачи, педагоги, сантехники, миллиораторы, крановщики, каскадеры, электрики, ассенизаторы. Знают гражданские, знают военные, от генерала до прапорщика. Лучше иметь дочь проститутку, чем сына эвакуаторщика.